Граждане ДНР, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеют право на материальную помощь от государства. Назначается она раз в 3 месяца с момента обращения в размере 1500 рублей на семью заявителя. Если предельный размер среднемесячного совокупного дохода за предыдущие 6 месяцев на каждого члена семьи не превышает 2 минимальных пенсионных выплат. В настоящее время это 9600 рублей. В связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением в республике новой коронавирусной инфекции, проработаны механизмы предоставления материальной помощи в упрощенном порядке. Комиссии имеют право назначать выплату без личного обращения граждан, в том случае, если они уже получали материальную помощь, используя ранее предоставленные ими документы. Для оформления выплаты граждане могут в телефонном режиме обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Добавим, что материальная помощь по решению комиссии предоставляется лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе получившим ранения в результате военной агрессии Украины, многодетным семьям, инвалидам, а также лицам, достигшим 80 лет.